вами актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин. И сегодня у нас в гостях министр охраны природы Якутии Сахамин Миланович Афанасьев. Сахамин Миланович, добрый день. Добрый день. С наступающим вас Новым годом, пользуясь Спасибо. Случаем. Ну и сегодня как бы повод поговорить об итогах года экологии, который был объявлен в Российской Федерации в этом году. В Якутии в нем принимала также активное участие, возможно, даже самое активное. Ну вот с какими итогами мы завершаем 2017-й? Основные итоги, Павел, это, конечно, итоги второго съезда экологов республики, которые прошли спустя 20 лет. Принята очень широкая резолюция, которая станет хорошим документом для принятия мероприятий по обеспечению экологической безопасности. Также принята экологическая доктрина Республики Саха-Якутия. Это стратегический документ, который станет фундаментом выработки государственной экологической политики. Ну и принята стратегия социально-экономического развития Республики Саха-Якутия с экологическим аспектом, есть экологическая составляющая. Вот три основных документа, они станут основой. Они дадут толчок развитию, толчок обеспечения безопасности экологии республики. Ну и, конечно, проведено более 45 мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, развитию биоразнообразия Республики Саха-Якутия. Ну и экологическое просвещение, образование. Ну вот стоит, наверное, поговорить об участии просто якутян в субботниках, опять же, посадка деревьев. В этом году, если не ошибаюсь, там более 40 тысяч деревьев было посажено. Вот как-то вот о таких акциях. Якутяне очень любят принимать участие в экологических акциях. В этом году мы в 11-й раз в Якутии завершили акцию «Природа и мы». В рамках этой акции проходит множество акций. Они известны и любимы всеми якутянами. Это «Посади дерево», «Подари жизнь дереву», «Дерево победы», «Весенние», «Майские субботники» и так далее. И что мы отмечаем? Жители городов, сел с удовольствием выходят. Вы правильно подметили, ведь озеленение – это тоже одна из основных направлений экологической политики. И люди с удовольствием выходят. Ну и субботников в этом году также было очень много. По итогам, Павел, я хочу добавить, общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия», подводя итоги 2017 года, отметило республику как один из активнейших регионов Российской Федерации в проведении экологического движения с большим вовлечением населения. И даже вручили экологический Оскар. Экологический Оскар. Как он выглядит? Статуэтка. Это признание экологов России, признание деятельности, вклада жителей республики, общероссийское экологическое движение. Ну вот, кстати, говоря про экологический Оскар, в начале декабря, если не ошибаюсь, в Москве проходил съезд экологов, и Якутия получила номинацию, по-моему, «Золотой резерв». И как самый вот про масштабный... это и рассказывал. Это вот оно было. Замечательно. А, говоря вот про любовь к окружающей среде в нашем регионе, она действительно большая. Хочется поговорить и про природные парки, Ленские столбы, то есть и сейчас идет разговор о создании первого национального парка. Вот когда этот процесс будет закончен, когда он появится, вот, ну, как в статусе национального парка? В ноябре месяце мы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Решение государственной экологической экспертизы подтверждено и утверждено приказом Росприроднадзора России. Кроме этого, подготовлено постановление правительства Российской Федерации о создании национального парка «Ленские столбы». Правительство республики в лице Чекина Евгения Алексеевича, председателя, подготовило положительное заключение. То есть правительство одобрило создание национального парка. И надеемся, что в первом квартале в республике будет создан первый национальный парк «Ленские столбы». И вот также можно, наверное, упомянуть, что планируется на круглогодичный режим работы его перевести. Все парки работают в круглогодичном режиме. Дело в том, что национальный парк, он войдет в сеть национальных парков России. Россия вкладывается, делает очень серьезные шаги, чтобы обеспечить сохранность живой природы. И как любое государство должно взять на себя ответственность по содержанию сети национальных парков. Это вклад России в сохранение биосферы всей Земли. Любое государство так ведет, что западные страны и Европа. Поэтому этот шаг как раз доказывает ответственность государства в мире сохранения живой природы.
Ну вот опять же, вот зеленые программы. То есть, что такое зеленые программы и какой объем их, и какие они будут проводиться в 2018 году, то есть заглянем в будущее уже, которое не так далеко, через 3 дня буквально. Есть понятие зеленой программы, зеленая экономика. Что это значит? Это значит, государство, субъекты должны переходить к более щадящему режиму при эксплуатации природных ресурсов. Эта тема глобальная, она касается не только России и Республики Саха-Якутия. В рамках этого движения, конечно, предприятия должны переходить на наилучшие достижения техники, технологии, применять энергобезопасные механизмы, эффективные меры должны применять. И, конечно, надо выходить к рациональному использованию природных ресурсов. Это то, что касается потребления, да? А также отдельная работа должна идти с сознанием человека. Вот как раз вот все экологические движения, они направлены, чтобы воспитать культурного, ответственного гражданина. Это и вот те акции, которые мы проводим, акции «Зеленая Россия», «Зеленая весна», «Чистые берега». Они же призваны воспитать человека, особенно когда мы приходим на уровень школ с проектом «Зеленые пионеры», либо на уровень детских садов и «Калята дошколята». Ну, это, то есть, как говорится, поддерживать экологию в нормальном состоянии, это как бы по большей части не садить деревья, а за ней заботиться, как чисто не там, где убирают, конечно, а конечно, там, где не мусорят. Но вот в этом году поговорим, так сказать, о милом, прекрасном и о животных. В этом году в Среднеколымском районе нашли медвежонка, и вот есть такая программа «Медвежий патруль», если не ошибаюсь, о нем подробнее можно рассказать. А все, что связано с живым миром, да, с объектами животного мира, это является общей задачей России и Республики, даже мирового сообщества. Ведь перелетные птицы не знают границ, а животные, которые проходят по побережью наших арктических регионов, тоже не знают границ. Задача медвежьего патруля как раз сберечь и сохранить белых медведей. Республика является своего рода первопроходцем? Нет, своего рода родильным домом белого медведя. Это преимущественно Кургина, Крестовая, Чайгургина, Восточно-Сибирское море. У нас есть еще архипелаг Медвежьи острова. И белый медведь, краснокнижник, как раз дает там потомство. И наша задача сохранить потомство белых медведей, чтобы не было браконьерства, чтобы не было отбившихся медвежат и так далее. Ну вот, говоря про медведей, в этом году такое, наверное, одно из ярких событий именно из мира животных, это, конечно же, вышла в свет Харчана, наконец-то из своей берлоги Каламане выпустила, полгода за ней наблюдал, не только жители Якутии наблюдали, даже заграничные страны, японцы, и передали ее Ленинградскому зоопарку. Вот как она сейчас адаптируется, то как она там поживает, скучает ли, может быть, по родине? Адаптацию Харчана прошла великолепно, Егор Афанасьевич передал Сергею Георгиевичу. Это событие очень порадовало всех питерцев. Было знаковое событие на днях Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге. Кроме этого, Московскому зоопарку Якутия в этом году подарила еще одну медведицу маленькую, найденыша, который был найден на берегу реки Колыма. Ее назвали Аяной. И она сейчас радует москвичей. Ну вот, опять же, если мы говорим про экологию, про заботу об окружающей среде, можно вот даже, наверное, думаю, затронуть такую тему, как добыча бивня мамонта. Под конец уходящего года был инициирован проект парламентом республики, если не ошибаюсь, о вот именно, так сказать, не то что сертификации, а контроле вот в этой сфере. То есть, может быть, что-то можете рассказать об этом, как это будет происходить? Закон, безусловно, нужен. Надо регулировать саму деятельность. Ну и надо, конечно, доводить до сведения лицензиатов, что надо бережно относиться к хрупкой арктической природе. Когда используются мотопомпы, когда идет незаконное рытье недр, то это негативно влияет на окружающую среду. Загрязняются арктические реки, места нерестилищ сиговых рыб, идет деградация почв, растительности, поэтому здесь надо очень аккуратно работать.
Вот самое начало нашего разговора, мы говорили вот о бережном отношении к окружающей среде, опять же, посадке деревьев и субботниках. Ну и такой, наверное, нескромный вопрос, вы все-таки как министр охраны природы, наверное, можете рассказать о личных ваших показателях, то есть вы принимали участие в этих акциях, вы также, я так понимаю... Павел, я каждый год лично выхожу со своим коллективом на посадку деревьев, на субботники, не пропускаю ни одной экологической акции. Ага. Ну, а сколько деревьев в этом году посадили? Лично я лично посадил более 100 деревьев. Только за этот год. А в субботниках сколько приняли участие? Практически во всех субботниках. А это, если не ошибаюсь, опять же, согласно статистике, более 1000 субботников в республике прошло. Начинается с мая месяца, заканчивая по октябрь месяц. Кстати, республика в октябре месяце была очень чистой. Вы заметили, да, особенно столица. Да, кстати. Но весной, опять же, будем выходить на субботники. Ну, будем поддерживать чистоту и порядок. А, говоря, опять же, о том, что вся Якутия принимала участие в этих экологических акциях, может быть, есть какой-то район-лидер, где вот прям вот самое активное участие по республике? Конечно, это Якутск, безусловно, Нерюнгрин, Алдан, Мирный. А где есть промышленность, где присутствует антропогенное воздействие человека, общество понимает, что надо компенсировать, надо поддерживать природу. Ведь сохранность природы – это обеспечение безопасности самого человека. И люди, понимая это, выходят на субботники. Ну, у нас очень население такое инициативное, я бы сказал. То есть, к примеру, взять там, опять же, такие проекты, как в Якутске, народный бюджет и тому подобное. Может быть, в сфере экологии были какие-то проекты, именно инициированные самими жителями? Так, точно. В этом году Министерство гражданских инициатив и Фонд будущих поколений в целях поддержки народных инициатив выделили гранты на очень серьезные суммы. И они как раз были направлены на реализацию народных инициатив. Это школы, НКО, трудовые коллективы получили эти гранты. Хорошо. Ну, Сахамин Миланович, наш эфир подходит к концу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в 2018 году не менее зеленой была наша республика. Ну и такое какое-то напутствие, я думаю, нашим зрителям буквально пару слов. Спасибо, Павел. Уважаемые якутяне, поздравляю с наступающим 2018 годом. Желаю здоровья, удачи, благополучия. Пусть здравствует зеленая наша республика. С вами было актуальное интервью. В гостях у нас сегодня был министр охраны природы Якутии Сахамин Миланович Афанасьев. И мы сегодня говорили об итогах года экологии, как он прошел в Якутии. До встречи на нашем канале.